Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить WoW Warcraft Легион. Сюжетная линия. Так, что у нас тут? Ну, мы, конечно, играем, как всегда. Я сейчас в данный момент играю за Пава Дренея. Нашего любимого осьминога. Только что мне вообще не нравится. Какой-то рок, ё-моё. Тот шлем как-то покрасивее был. Но тут чуть лучше. Ну что, давайте начинаем задание выполнять. Я твой друг. Ух, ё-моё. Так, скверные в рай кулы напали на сейчас на мой выводок. Когда ты будешь дрикерьярами, могучий племени, с которым у нас был заключен союз, закрепленный древним договором, теперь же под влиянием короля бога. Они предали свои клятвы и напали на сородичей драконов, которые им служат. Они должны ответить свое сладение. Прибуди свою ярость, паладин, напади на них. Офигеть просто. Тебя, штормовые ветра. Когда сквер скорские райгуры напали на наши гнезда, дорог не рыбились не на жизнь, а на смерть, защищали на наш выводок. Однако демоны, сражаясь на стороне врага, были слишком сильны. Многие из нас взяли в плен. В эту самую минуту они пытаются осквернить моих братьев и сестер демонической порчи, подчинить их своей воле. Прошу тебя, иноземец, спаси их и этой ужасной участи. Так, что тут есть? О! Не бойся, шторма. С помощью глубокой силы и порчи короля бог забрал себе ту силу, которую ты ищешь. Но для тебя и для Торик Ниров надежда еще не умерла, паладин. Сквернаскорские врайкулы используют ненависть, магию скверны, чтобы заразить свою порчу наших молодых и подчинить Тотиг Ниров своей воле. Их лидер, могущественный дем, захватил в плен наших родительницу и хотят захватить ее, служить королю богу. Освободи ее, только тогда Торик Ниру смогут вернуть свою силу, порадовать тебе помощь, которую ты ищешь. Офигеть, просто, блин. Дурдом какой творится здесь. Погнали. Терять время не будем. Дополнительных заданий нет, да? Или есть, я что-то не понимаю. Давай, живи. Удачи себе. Тебе надо 10 раз убить таких же. Драконы служат сковальду. Ты какую-то ересь сморозил, понимаешь это? У меня нет цели. Что это такое? Что мне с ней можно делать? Выпить? Там говно какое-то. 10. Так, подожди, это тут где-то сундучок, если не ошибаюсь, да? Вот там, на той стороне. Погнали. Это тоже надо убивать? Не. Так, это есть. Так, где это у нас? Качаем. Очень замечательно. Опа. И мы здесь. Так, сюда тоже надо, да? Не? Драконы служат сковальду, червь. Червяк, это ты, ё-моё. Слишком далеко. О, супер, вообще 75 очков опыт нашему оружию. Пока вернемся, прокачаем наше оружие. Вот уже можно прокачать его.
Я там по-любому должно что-нибудь. Он тоже паладин какой-то. А ты чё делаешь-то, ё-моё? Нужно подойти поближе. У меня нет целей. Так, готово. Надо ее освободить. Бросают МБРов. Вот, что-то знакомо уже. Не первый раз видел это. Так, все. Нифига он побежал, блин. Неугомонный наш. Тоже с рогом бегает. Так, иди сюда. Моли о пощаде! Вот это ихняя область. Красота, да? Да ё-моё, сейчас упал бы еще, был бы сейчас супер бы. Погнали! Так просто быстрее чуть-чуть я до сюда доберусь. Не сносит меня, что-то странно. Ох, блин. Ты тоже уже пропасть, по идее. За мной уже не гоняться. Так, этого я не освобождал. Опа, вот это крытануло. Вот их завалили мы. Да я знаю, они слабые. Черченыши, бля. Мне нужна цель. Так, подбираем все здесь. Продолжаем. Драконы служат сковальду, черт. Не знаю никого я. Так, освободили. Ищем еще одного. Последний у нас здесь. Этих надо убить. И вот это, сердце дракона. А где оно находится, сердце дракона? Где-то здесь. Не, его убивать не надо. Тут уже всех поубивали. Я думаю, где-то вот там он находится. Последний дракон. Драконы служат сковальду, черт. Ну ты готов. Нет, чуть никого. Моли о пощаде. А, вот где он. У меня нет цели. Откуда волки? Па, уже с этими волками. А, вот он. Где у него такой аксессуар? Типа того. Ну все, готово. Надо теперь этот убить этих дурачков. Сколько еще? Несколько единиц. И все готово будет. А вот они как раз есть. Да блин, дрыне, такой он медленный вообще просто, я не знаю. И по виду так кажется, но уже будет не догоняешь нифига никого. Покорись королю богу! Так, все готово. Теперь у нас остался вот этот один, да?
Все туда идет. Супер. Так, давай прозовем коня своего любимого. Ну, до него это как конь называется, на самом деле. Ты, блин, дурацкий лучник. Ты обойдешься, ты король бог. Опа. 2000 какое? А, 2 золотых стоит. Это хорошо. Сюда, да, надо? Да, сюда мне надо. Так. Давай подлечимся. Себя чуть-чуть. И вот это наколдуем. Пусть будет. Слишком далеко. 500 опыта. Ну, тоже нормально. Так он 250, если не ошибаюсь, выдаст. А, понятно все. Здесь вся суть собака зарыта. Сражаться с боссом, как всегда. Вот так еще сделаем. Сначала нужно выбрать цель. Восемь секунд. Так, а тут у нас руда спрятана. Был сундучок где-нибудь есть, а? Вот тут сундучок есть, а? Опыт будем просто тупо качать. Это сам уже миллион раз прокачаюсь, а артефакт, он еще таки будет не прокачан нифига. Да нифига вы тут появляетесь, это просто тут вечный этот прокачка. И я слепой был. Ну ладно, фиг с ним. Погнали, убьем ее. Так, берем и вот это возьмем. А, понять, что она делает. Опа, она дождик вызвала, да? Я не сахарный. Я свободна. Спасибо тебе. О, здорово. Попроси Витира отвезти тебя на вершину. Не, не может такого быть. Я не знаю, что там внутри. Может, сундучок будет, фиг его знает. Туда бегал, сюда не побежал, да? У меня нет цели. А я что, опоздал, что ли, я так понимаю? Ждет появление. Не, я погнал отсюда. Тут есть, ждет меня уже здесь. Чувачок. Что? Здорово. Мой союзник. Так, ярость я тебе выполнил. Не бойся шторма. Крылья я тебе тоже выполнил. Да, вот это я мне. Тебя, штормовые ветра. Вот так вот, пусть одеваюсь сразу и завершить. О, артефакт. Так, увеличит огонь божественной бури на 5%. Это огонь. Так. Сокращает время восстановления щита Мстителя. Я еще ничего-то просто не знаю. Божественный щит. Щита Мстителя.
А вот, создает барьеры на свете. Поглощаюсь. О, это вообще суперское, надо запомнить. С ее помощью Дрим Яри наконец-то вырвалась из когтей гнусного демона. Она повела мне дождаться тебя и отвести к ней, когда последние из твоих противников падут. Сейчас она собирается в нашу стаю на вершине пика Торима. Мы готовы к контратаку. Ты присядь к нам. Не бойся, Шторма. Да, отвези меня наверх. Так, это можно снять. Ну, конечно, выключить. Опа-на! А как сюда попасть? Сундучок я вижу. Это все? Тебе, да, надо? А, с тобой надо пообщаться, да? Прежде чем двигаться дальше, я хочу преподнести тебе дар Торингниров. Поднимай свое оружие и приготовься, возможно, ощутить большое и не самое неприятное. Мы ударим, как молния. Но это не помешало тебе спасти нас от страшной участи. Это как-то странно. Теперь, твои друзья, испытание воли пройдено. Подними же свое оружие и прими силу шторма в награду за свои подвиги. Супер, спасибо. Ты настоящий герой, и моя стая огромный долг перед тобой. Да, я знаю, знаю, знаю. Так. Так. Это пускай здесь, а это я изучаю. Так, ты должен свое влиять Торингнимом. И мы поделим с тобой наши силы. Но напоследок я должна попросить вашего нового защитника последнее одолжение, дракон. Что привел тебя ко мне? Ждет отомстить в рай Кулам. Я хочу, чтобы вы с нами показали Дрекерьярам, какая участь ждет тех, кто встает на пути Торикриров. Неважно, как они теперь называют, Скверн, Скворский или какие-то еще, они заставили страдать моих сородичей. За все, что они с нами сделали, они должны оплатить кровью. Поговори с Ветером, когда будешь готов. Окей. Иди с Ветером. Покажи этим врайкулам ярость шторма. Ну все понятно, начинаем в атаку идти. Ава, побежали, побежали. Да блин, успевает впереди меня это сделать, а? Знайте гнев Торингниров! Шторм очистит эти земли от скверны! Да дай мне, ё-моё, урод, а? А чё умный здесь? Да здесь был, столько народу не было. Шторм
Откуда они так понарожали, а? Все, молодцы. Мы сделали свое дело. И вот ты меня понес. Впереди новые испытания. Я помогу, если придется. Тебя ждет гонец. Да прибудут с тобой штормовые ветра. Понятно все, вот он. Здорово. Ворон громко каркает, и в вашей голове звучит голос Кави. Ты силен, испытал яс. Показал это, но доблесть иной попутчик. Следи за... Следи, следует ли она с тобой. Ищущей доблести придется поговорить с костями, но сначала тебе нужно будет как следует приготовиться. Осталось третье испытание. Тебе нужно предстать перед судом древних, но они мертвы, а ты нет. Я знаю, кто может помочь. Не просто так, разумеется. Приходи в Валдисдаль, там я тебе все расскажу. Понятно, что с тобой. Все тебе расскажу, приходи, сам главное приходи, а там больше ничего не волнует, да? Ты что за квест? А, вот тут надо взять. Тут... Такие поганые, а? Тут потом гоблины будут. Если не ошибаюсь. Привет. Ну ладно, привет тебе, путник. Можешь передохнуть в нашей лагере. Если хочешь остаться, да вот у меня тебе предложение. Как видишь, земля здесь изобильная. И живется нам очень хорошо. Одна беда в Борге. В последнее время они совсем... обнагрели, уж слишком часто нападает на наше стадо. Я не могу спрятаться с ними в одиночку и справиться с ними в одиночку, потому что предлагаю награду за каждого варга, убитого на эту плату. Возвращайся ко мне, когда немного уменьши их поголовье. Береги себя. Все. Понятно. Ну, это задание потом выполню я. Ну, потом выполню, сюда прибежим. Так, а тут прибегать как? Вот отсюда можно сюда сразу, и все, и не думать ни о чем. Вот что можно так сказать. О, нифига себе, друид-медведь. Ну да, сила, могущество. Наконец-то. О, герой дня, нельзя терпеть время, терять время, терпеть время. Ну ладно, если... Тебе ждет испытание доблести, и непростым будет она, да. Но только глупец идет сражаться с пустым брюхом. Ты же не глупец, иностранец? Нет, тогда окажешь старику услугу. Разделай туши этого оленя, это будет наш с тобой обед. А пока готовится мясо, я расскажу тебе пару историй о камнях, деревнях и духах. Найди свой говорящий с костями из Хауствальда. Нам не помогут. Их наполняет зло. Они забыли древние обеты. Но я знаю, что еще остался тот, кто помнит
о своих корнях. Найди Видера. Я. А затем докажи свою доблесть. Понятно все здесь. А где он? А, тебе задание. Это древний край. Так, разумно просто. Отлично, тебе бы мясника пойти. Мясника пойти. Окей, я пойду на мясника лучше. Нафиг ты все спасать от весь мир. Зачем он? А? Так, что делать дальше, ты знаешь. Твои ноги сами придут тебе куда надо. Ступай в Хорствольд и навстречу своей судьбы. Там отыщи таинственное дерево, самое сердце руины леса. Она направит тебя в нужную сторону. Что ж, до встречи. Так, что нам еще сделать? Не знаю, вот тут еще есть... Так, квесты у меня. Так, Долина Пресной Луны. Отменить это все. Если надо, потом прибегу, выполним. Кузнец Квер, понятно. Артефакт, понятно. Это тоже отменить, чтобы мне больше ничего не мешало в данный момент. Так, кулинарии, понятно. Кузнечное дело, горное дело. Это понятно. А что кузнечное дело мне надо сделать? А, сюда. Ну, это потом. Артефакт потом. А это... Тоже потом. А, вот это вот. Падающая звезда. Горизонт. Тоже потом. Аж раны. Ты чё, раны, что ли? Ты фиг с ними, ё-моё. И вот мои все работы. Здесь, Долоран. Ну это мы сюда потом сходим. Да ё-моё. Так, походу, дело оно и есть, да? У меня больше-то особо ничего нету. Заданий так супер нету. Че, мне к тебе надо подойти, что ли? А, нет, тут упадаешь в лес. А, давайте дерево выполняем. Или тут все выполнить. А потом, может быть, в этот... Но всё-таки надо уже их... Вот это задание. Взять и дать новое задание. И заодно там вот это вот. В Долоране будем. Чтобы хоть этот, как у паладина, начинать квест выполнять. Это мы успеем еще. Дерево-то мы найдем. Так, ну давайте в Долоран полетели. Оттуда возьмем квест вот этот, сдадим, короче, который там, ну этот, своих защитников. Ну чё, мир-то, я думаю, вряд ли будем смотреть. Я перестану записывать. А когда пролечим Долоран, я начну запись. Давайте увидимся в Долоране. Вот и мы уже в Долоране. Да, это я знаю квест, но я хочу сейчас оплот прибежать свой. Это мы успеем задание. Само мы здесь, мы как раз это задание и начнем выполнять. Можно сказать... А, что, завис, что ли? Так, что у нас есть? Так, нам вот сюда надо. Давайте быстрее побежим.
Так, у нас вот здесь вот. Вот он вход. И вот тут везде портал. Все любые столицы. И вот наш оплот. Чё-то толкает загрузка. Мы до сих пор невидимка. Пойдем, Костик. Возьмем. Вот так вот. Ну, как гнездо, типа того. Молодцы, победили. А паладин у нас не стал, да, я так понимаю. У нас соратники. Так, я там вербовать начал, если не ошибаюсь. Победа близка. Или нет, я что-то не понял нифига. Как жизнь? Один. А, у меня уже есть они, понятное дело. Это хорошо, пускай вербует меня еще один отряд. Постоянно будем вербовать. Так. Благо света, а это что такое у нас? Прокачка. А где у нас, я забыл, прокачка здесь находится, а? Ты что это занимаешься? Не-не-не. Вот, ты вот, вот, вот это вот. Повышение вероятности получать улучшенный предмет редкого или эпического качества за выполнение задания, которое нельзя повторить. Вот, а это уже 105 уровнем. Нам только у нас только не 103 в середине. Ну, мы половину прошли. Можно сказать, так получается. Нифига себе, 15 тысяч. Что, тысячи, потом 10 тысяч. Ё-моё, 10 дней будет обновляться, ё-моё. Береги себя. Топот, ты ещё с ума сойдёшь. О, здорово. Да прибудет. Чё теперь есть? Чё это такое? Щит. Ну, щит-то мне не нужен. Так, починиться я хочу. Так, это я продаю, это продаю, 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 продаю. Это я продаю тоже. Тоже. Это я пока оставляю. Не, ну ладно, пускай будет так. Продаю. Продаю. Это тоже продам я. Продаю, продаю, это продаю. Да давай продадим, пока кулинарией не занимаюсь. Продаю, продаю, а вот это я не продам. Это пускай здесь тоже валяется. Так, чё у нас? Это все ресурсы. Это все ресурсы этого. Так, удалить. Ладно, пускай остается, а это я все продам. Не надо мне ничего. Вот это тоже продаю. Это потом разберемся. Так, вот это продаю. Это тоже убираем. Это тоже убираем. И что, это набрать без всяких проблем? Тоже продам это. Да, фиг с ним. Это тоже отдадим. Ну, фиг пусть будет. Я знаю, что это будет работать, ну. Так, латы, пояс. Тоже продаю. Тоже продадим. Конечно, много говна еще оставляю, но пусть остается. Таки будет. Ну ладно, хоть 58 освободил, уже что-то будет. Я бы даже, а что там у нас еще? Броня, вот это все броню. Чтобы купить ее, надо зарабатывать столько, понятно. Божественная философия соревнования. Используя обучение и способность созерцания. Что это такое вообще? Требуется уровень 40.
Фиг его знает, не знаю, вот это понятия не имею даже. Не... Вот это я знаю об этом. Оружие какое-нибудь там хотим взять себе, еще второе. Артефакт, ну что, давайте отправляем тебя. Твоим услугам. Тебя. И тебя, и вы мне опыта приносите. Сколько будет 2 часа это выполняться? Давай, ты один сможешь? Нет, не сможешь. Ну, увы. Так, заданий больше тут нету. Давайте в Штормград. Ой, в Штормград, ё-мо, этот. В Даларан. Даларан. Я думаю, что так быстро бегать начал? Что тут меньше сумок таскать? Да пробегаешь, где заколдовывают чуть. И все. Это, блин, гарнизон до сих пор. Задание. Никак туда не могу пробраться. Так, давайте вызовем себе помощника. И побежали. Вот так вот. Ну, я думаю, на этом мы остановимся, потому что я начну уже с этого квеста. Как раз квест это получать вот этого паладину, тут дальше ты пойдет тоже по своей. А потом вернемся наш челку. Где мы проходим? Штормхельм. Вернемся сюда потом. Крутогорье, скорее всего, это потом сюда буду. Прилечу, буду выполнять задание, скорее всего. Вальшар. А, нет. Ассуна. Ну что, давайте всем пока. До свидания. Увидимся в следующей серии других прохождений. Всем пока.